Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, голова «Білорусь 2.0. Робім разом». Сергій, привітаю вас, рада вітати. День добрий, взаємно. Я традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Ваші вподобайки, коментарі та поширення сприятимуть його популяризації. Якщо не підписані на нашу YouTube-платформу, так само зробіть це обов'язково. Так будете в курсі усіх актуальних тем. І, звичайно ж, матимете фахові коментарі з приводу тих чи інших головних новин. А для наших глядачів зазначу, що пишемо ми це відео о півдні за київським часом 11 серпня. І, Сергій, хочу начать нашу с вами сьогоднішню беседу з сообщення о том, що Білорусь перебрасує танки на українську границу. Білоруська Міноборони в воскресенье 11 августа сообщила, що підрозділення одного із механізованих соєднень армії Білорусі приведені в готовність к виконанню задач по назначенню. Білоруські воєнослужащі осуществляють погрузку воєнної техніки на железнодорожний транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы. Что происходит? Имитация. Имитация бурной деятельности, да. А имитация связана с тем, что Лукашенко не получил от Путина одобрение на 7-й президентский срок. Поэтому то, что на Валааме, то, что они там пробыли 3 дня, а Лукашенко вернулся хмурый и грустный. То есть ему все-таки предложено это самое, сложить полномочия и подготовиться к уходу на пенсию. О чем он вчера, в общем-то, начал уже разглагольствовать. Он вчера поехал на свою малую родину. И он, как он заявил, что это его место силы. Я тут начал вещать о том, что типа, ну, вы же приготовьтесь к тому, что я не вечный, я не вечно буду президентом. То есть, что появится все-таки другой человек на этом посту. А все остальное – это имитация, потому что, смотрите, Лукашенко активно с этим не согласен. То есть, он не представляет себе без власти, понимаете? Такое ощущение, что вся эта конструкция его рассыпется, вот как только изъять стержень вот этого демона, властолюбца, то остальная конструкция вся сама рассыпется. Поэтому он на сегодняшний день он думает, как из ситуации выкручиваться. Он начал, естественно, договариваться со всеми соседями. А россияне его обвинили в том, что Z-каналы обвинили в том, что курс состоялся только вследствие действий Лукашенко, что это он отвел свои войска, и украинцы, обрадовавшись, пошли Курск захватывать, да, освобождать. А Лукашенко нужно, естественно, оправдываться, показывать, что это все не так, что это, ну вот, вы совсем ошиблись, совсем не правы. А вчера же он устроил истерику по поводу якобы там прилетевших с украинской стороны БПЛА. Даже там нашли... Даже видео было показано. Да, какие-то непонятные запчасти чего-то там валялись, да. А при этом было заявлено, что это очень-очень все серьезно, потому что нарушение... А наши границы, это повлечет за собой такие последствия, что просто вот ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но на самом деле, смотрите, ну вот только свежая абсолютная информация, а белорусские подразделения сил специальных операций, им подписаны сейчас отпуска офицерам и прапорщикам сроком от 28 до 35 дней. А если это подписано подразделением сил специальных операций, ну, в общем-то, тех, которые вот закончили ротацию, то это о чем говорит? О том, что никто никуда не собирается. Угу. Напомню, что у нас все белорусское министерство обороны, согласно ОСИНТу, оно порядка 65 тысяч человек. Это вместе с секретаршами и уборщицами. Поэтому, собственно, боеспособного, потенциально боеспособного, а у нас, смотрите, у нас получается 3 бригады сил специальных операций. Это Брест, Витебск и Мариногорка. Брест, Витебск – это по 2000 человек, Мариногорка – по 1500 человек. То есть 5,5. Плюс это самое, механизированные бригады. То есть, ну, в сумме Беларусь максимум способна выставить, но это, ну, 1020. Причем уже это, ну, такая сборная солянка, если уже начать загребать. И вот эти вот подразделения, что Крапенковство создавал,
теперешний замминистра внутренних дел вместе с вагнеровцами течет подразделение. Если даже их сюда добавить, то 1025 может быть получится. При этом белорусам постоянно рассказывали, что Украина держала на нашем направлении 115 или даже 120 тысяч человек. Мысль. Посмотрите, это самое. Обычно тот, кто идет в атаку, это самое, по отношению к обороняющимся, он должен иметь преимущество в 3, а то и в 5 раз. То есть зачем Украине держать на белорусском направлении 120 тысяч, если Украина обороняется, если украинское Полесье это на сегодняшний день один сплошной укрепрайон с минными полями, мосты взорваны, дороги пристреляны. То есть это белорусам тогда нужно собирать не 120 тысяч, а полмиллиона, да, для того, чтобы представлять реальную угрозу для Украины. То есть, ну вот я, честно говоря, даже не считаю, что белорусы могли бы, в общем-то, так информационно ну, постоянно оттягивать внимание, но реальную угрозу они бы из себя не представляли. Вот в чем смысл. Поэтому отведение войск якобы от украинской границы, ну, по-моему, это попытка просто вот этих ура-патриотов российских спихнуть, что называется, с больной головы на здоровую. Что-то типа все из-за кого-то. Уже неудобно признать, что они сами не могут вот на сегодняшний день. А сколько уже украинское наступление развивается? Уже близко к Курску, да? Хотя уже там и все эти министры российские, все генералы заверили этого Владимировича или Васильевича, кто там у них это, о том, что все будет сейчас решено прям вот буквально ближайшими вот часами. Что решено? Ничего не решено. Ну, поэтому смотрим с пониманием. Вчера же лукашенковский МЗС начал это самое, скажем так, пропаганду для другой стороны. Он начал, подняли шум о том, что обращение к Европе, к европейским странам, что типа вы ж смотрите, если вы зажжете огонь войны здесь, то это перекинется на весь регион, и всем вам будет плохо. И в том числе страны Евросоюза. Победителей не будет. Да, вот да. В этом. Да. А это кому адресовано было? Ну, это как раз к Европе, да. Да. А Лукашенко, смотрите, со времен смерти Макея, бывшего министра иностранных дел, в принципе, еще ничего не поменялось. Можно говорить о том, что у нас вот как раз МЗС, Министерство иностранных дел, он постоянно выполняет функцию отмывания Лукашенко для Запада. А при этом как раз вот внутри, как раз силовики, они, похоже, больше все-таки исполняют какие-то московские указания. Поэтому вот если даже МЗС предпринят какие-то попытки, ну, например, долго был разговор после посещения Лукашенко и Китая, Си Цзиньпиня, это еще практически полгода тому уже, о том, что сейчас начнется оттепель, что сейчас выпустят политзаключенных, заканчивается тем, что силовики заявляют по линии МВД, типа не-не-не, а мы вот выпустим этих экономических, там каких-то бытовых, а политических выпускать не будем, типа мы не видим в них раскаяния. То есть у нас постоянно идет разрез, как бы МИД в одну сторону, а силовики в другую. Что мы наблюдаем с вами сейчас? Сергей, вернемся к этой группировке. Да? Вы говорите о том, что имитация сейчас происходит. За счет кого? За счет каких подразделений? Кто этой имитацией руководит? И какова конечная цель этой имитации? Ну, нужно же для России показывать, что мы, как всегда, мы готовы там это самое подставить, чтобы Владимиру Владимировичу там не ударили в спину с Запада, поэтому мы вот держим там это фланги, фронты, что угодно. На сегодняшний день, конечно, больше имитации идет именно на украинском направлении. То есть, ну, слушайте, ну, я не зря сказал, что вот ССОшники, которые были близко возле границы, они получили отпуска, это о многом говорит. Также с украинской стороны мне вот задавали вопрос, что якобы прошла информация, что Лукашенко собирается там провести какие-то учения в ближайшее время, август-сентябрь, где собрать 43 тысячи военнослужащих, 50 тысяч мобилизованных. Но, собственно, мы вот как не пытаемся проверить, но найти подтверждение этой информации, ее нет реально. И в том числе я говорю о том, что ССОшников и тех отпустили в отпуска, это говорит о том, что
Все идет по плану, ничего там такого экстраординарного никто делать не собирается. Лукашенко сейчас реально на растяжке, он все-таки пытается убедить Путина в своей необходимости, о том, что он чем-то помогает, что он чем-то полезен. Но, собственно, шпагат уже, видимо, такой, что конструкция, видимо, уже не держится. А силовики, да, мы знаем, что поменяли, это самое, постоянно идет замена на каких-то более промосковских, вот нормальных померковных белорусов, которые, ну, рассудительные, спокойные, которые, ну, вот критичны против войны с Украиной, как тут же был начальник штаба Гулевич. А его же поменяли на этого замполита, политрука, который, Муравейка, который во всеуслышание заявляет о том, что якобы белорусы имеют право там прорубить Сувалский коридор. Какое право? Есть возможность, нет возможности. То есть, понимаете, ну да, с одной стороны, в угоду Москве ставят вот таких вот людей, а с другой стороны, ну, критично, а с белорусской стороны никто воевать не собирается. Вот честно, даже уже не хочется наблюдать, какие подразделения переброшены, какое что, потому что, ну, постоянно по периметру Беларуси гоняют уже, это самое, 2 года, все подразделения, то есть они уже устали, не понимают, ну, держать в тонусе и вот постоянно использовать для имитации, это все-таки разные вещи, понимаете? Плюс к этому я бы обратил внимание, что белорусы постоянно отрабатывают все-таки не нападение, а именно, ну, постоянно легендация учения, это все-таки ДРГ и НВФ. Диверсионно-разведывательные группы якобы заходят вот откуда-то, то ли с Польши, то ли с Украины. И незаконные вооруженные формирования, неизвестно откуда берутся в демократической стране, как бы так, но когда все счастливы и довольны, непонятно, кто-то может косо смотреть в сторону власти. Но вот почему-то они постоянно отрабатывают именно это. Плюс создание всех этих народных ополчений, территориальных оборон. А мы же понимаем, что народное ополчение – это не для наступления. То есть Лукашенко скорее боится, что все-таки он, как соучастник, сможет достать кого-то, и кто-то зайдет на белорусскую территорию. Поэтому постоянно подготовка скорее к тому, чтобы сохранить свое это болотце, а не наступать на кого-то. Силовики сейчас больше контролируются кем? Лукашенко или все-таки Кремлем? Беларусь. Сложный вопрос по вот назначениям последнего года, то такое впечатление, что все-таки это больше работа под Москву. А на сегодняшний день, смотрите, актуальным становится то, что, да, Лукашенко не получил одобрение на еще один срок царствования, а поэтому начнется открытая борьба. То есть промосковские кланы начнут, ну, собственно, мы прогнозируем, что это будет снова товарищ Мазепин, это Урал-Калий, он с белорусским паспортом. То есть неизвестно это самое, либо его самого, либо, в общем-то, кого-то. Но крайний раз, собственно, этот клан у нас в Беларуси, считают, представляли как раз Валерий Цепкало, а Виктор Бабарыка, что это вот все, это московские эти игры. То есть на сегодняшний день непонятно пока, кого Москва будет выставлять кандидатурой. Но поймите, что для Беларуси сейчас наступает такой момент выживания и невыживания нации, народа. Поэтому, собственно, все ожидают, что вот эти выборы 25-го года, они могут пройти в таких очень жестких форматах и с кучей всяких провокаций, потому что Москва давно готовила Беларусь к поглощению именно по крымскому сценарию. Понимаете? А в Беларуси, собственно... А союзное государство – это де-факто еще не поглощение, которое произошло? Оно же для того и создано, собственно. Но да, мы еще в 96-м мы протестовали, выходили в Минске, когда была возможность. Это же подготовка, это все алгоритмы того же. Фрагменты той же, звенья той же цепи, да. А они хотели, собственно говоря, чтобы это произошло спокойно, без всяких революционных ситуаций, чтобы, в общем-то, ну, миру нельзя было предъявить картинку, что там вот белорусы на баррикадах борются за свою независимость. Поэтому, смотрите, Москва прекрасно использовала для себя вот 2020 год. И вот эти протесты, которые в Минске были, ну, в Беларуси разгорелись в 2020 году. То есть, что произошло? Произошло, ну, в принципе, достаточно трагичное для нас событие.
Если до 2020 года в Беларуси было три основных нарратива, это белорусские национальные, постсоветские, условные, БССРовские, это которые вокруг Лукашенко, и было 5-7% это самое, русскомирских, которые выступали именно за слияние в единое государство. А остальным двум категориям это не нужно было. То на сегодняшний день, смотрите, что произошло. Используя постоянно по линии МВД, КГБ до сих пор же не прекращались это самое, все эти преследования. То есть через тюрьмы с 2020 года прошло уже порядка 50 тысяч человек, именно по политическим мотивам. Информация по количеству выехавших из страны, которые были запуганы, которых сначала посадили на сутки, а потом выпустили и дали возможность уехать, то количество этих людей составляет, по самым скромным оценкам, от 800 тысяч. И проходит информация, что якобы ОАЦ и КГБ, когда посчитали по биллингу, по использованию кредитных карточек банковских, считали, что порядка 2 миллионов людей постоянно отсутствует в Беларуси внутри. Я напомню, что белорусы всегда были лидерами по количеству шенгенских виз на душу населения. Поэтому, ну, это катастрофа, понимаете, потому что для любой нации, для любого народа пассионарии составляют 4-5%. Если из количества народов 9 миллионов уехало даже 800 тысяч, это уже очень критично, это уже очень плохо. А что сделали вот эти вот, возвратимся к нарративам, русскомирские товарищи? Они поняли, что Лукашенко все равно не даст, пока он у власти, не даст создать никакой аналог, как вот в Грузии это сделали, это грузинская мечта. То есть не дадут возможности создать такой мощной пророссийской партии. Поэтому, используя свое влияние и финансовые возможности и прочего, они вошли в доверие к Лукашенко, в общем-то, сделали вид, что они лично ему преданы. То есть, по сути, мимикрировали из этого русскомирства, мимикрировали в преданные Лукашенко, заняли посты, связанные с идеологией, с пропагандой. Собственно, я понимаю, что это с их подачи, вот эта вот волна репрессий, она не прекращается до сегодняшнего дня. А в итоге к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что как раз представители национального нарратива, они полностью выдавлены из Беларуси. И на сегодняшний день внутри Беларуси, по сути, остались только вот эти БССРовские и русскомирские. Вот это и есть то, о чем мы говорим, что Россию интересовало бы поглощение по крымскому сценарию, чтобы при проведении референдума, ну там максимум каких-нибудь там 3% проголосовало против и бог с ним. Понимаете, 30 – это то, что было в начале, вот перед 2020 годом, и 3 – это большие две разницы. Поэтому, ну, серьезно, у нас для нации такой серьезный проверочный момент, вот будут так называемые эти выборы 2025 года. Что Лукашенко учудит до этого момента, тоже непонятно. Потому что, у него есть какие-то варианты, что он может сделать до этого? Ну, смотрите, сейчас же игра идет, давайте будем смотреть на ситуацию трезвым взглядом, прагматичным взглядом. Естественно, он контактит по доступным ему уровням и с Европой, и с Украиной, потому что все же понимают, нужно как-то договариваться, нужно как-то решать вопрос. Потому что белорусские военные критически при любом раскладе, кого бы там наверх не ставили, они не хотят воевать. То есть они ни с кем не хотят воевать, и тем более с Украиной, понимаете? Поэтому они всячески также ищут и по линии спецслужбы, и прочего, контакты и на Западе, и в Украине, для того, чтобы как бы все-таки договориться. Белорусский балкон, он никому не нужен. Потому что, ну, это плацдарм, который даже вот если сейчас Россию не добьют, а заставят все-таки подписать мирный договор, ну, я так понимаю, что это и в интересах России на сегодняшний день уже будет. То все равно, что Россия, в общем-то, за 7-8 лет она опять поднимет свой... раскачает свою армию и снова пойдет. Только теперь уже с белорусского балкона им будет проще наступать и на Польшу, и на Прибалтику. Поэтому очевидно, что и Польша, и Прибалтика критически выступают против поглощения Беларуси. Вот на это Лукашенко рассчитывает, это остался у него последний козырь, как он может договориться, что придумать, как, чего, куда.
а вы говорите о том, что у Лукашенко остался последний козырь, как договориться. Он будет спасаться сам или спасать свое лидерство в Беларуси? Нет, вы знаете, последние, например, полгода он, по-моему, больше занимался, как сохранить вот то ворованное у белорусского народа, те миллиарды. И в том числе я отмечал, что очень плохой симптом, если Лукашенко все-таки соглашается на резиденцию в Сочи. То есть Лукашенко, видя ту золотую клетку, в которой живет Янукович, понимая, что это, да, ему оставляют возможность действовать и дальше, как ОПГ в финансовой среде, да. Тем не менее, это все-таки золотая клетка и полный контроль. Лукашенко так не хочется жить. Путин не первый раз предлагает ему, после 2010 года было предложение строить свою резиденцию в Подмосковье, ему было выделено 70 гектаров. Но, собственно, Лукашенко как-то так спустил на тормоза, что называется. Вроде бы отправил даже уже это самое, ландшафтных дизайнеров там смотреть, что-то это самое, составлять проект, но потом как-то так на тормоза спустили, все. А на сегодняшний момент как раз идет снова таки разговор, предложение Путина о том, что Лукашенко, тем более он даже официально заявил о том, что он вроде бы готов все-таки сделать домик для семейки именно вот в Сочи. И минские чиновники уже поговаривают между собой, что там смета всего этого мероприятия порядка 1 600 000 000. Представляете, что это за домик должен быть для семейки? Минские чиновники привыкли считать, да, что Арабские Эмираты – это чуть ли вот не южная резиденция Лукашенко, что и там он, скорее всего, будет организовывать какое-то гнездо для своей семьи. Но, ладно, Арабские Эмираты – это Лукашенко, это бы говорило о том, что он в какой-то момент, когда народ снова подымется, все-таки соберет манатки, соберет семейку и улетит к Арабам. Но вот если все-таки это будет Сочи, то это очень плохой сигнал, потому что это будет говорить о том, что Лукашенко полностью связал свою судьбу с дальнейшей, как бы с Путиным и с Россией. Поговаривают, что все-таки Москва в какой-то степени способна влиять на вот те вот деньги, которые Лукашенко хранит в Арабских Эмиратах. Там в чем смысл? То, что арабы специально организовали, это ж на сегодняшний день финансовая прачечная, которую как бы так и американцы там периодически как бы так на них косо смотрят. Тем не менее, арабы сделали именно для представителей России, Беларуси, СНГ как бы отдельный банчок, который обслуживает именно интересы вот таких вот товарищей, которые умеют хорошо воровать у своих народов. Ну и арабы, видимо, не совсем предупредили, что, видимо, там как-то ФСБшники все-таки имеют какое-то влияние. То есть для Лукашенко на сегодняшний день поговаривают все-таки актуален выбор, что ему придется выбирать между деньгами и властью. Так вот, поговаривают, кто его хорошо знает, все-таки деньги для него это только средство, а власть для него это полный смысл его существования. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Сергей, я благодарю вас за то, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Всегда вас рады видеть на канале «Сейчас». Дякую. Слава Украине. Живе Беларусь. Героям слава. Живе. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, голова «Білорусь 2.0 Робім Разом», був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Ваші вподобайки, коментарі та поширення сприятимуть його популяризації. Ну і так само, якщо не підписані на нашу YouTube-платформу, зробіть це обов'язково. Наша команда вам буде щиро вдячна. Ну а ви першими будете отримувати найактуальніші повідомлення і фахові коментарі для них. До них!